Художник-постановщик – это бог в кино. Он создает целые миры. О работе художника Юлии Левицкой над фильмом «Уроки гармонии» и на спектакле «Медея. Материалы» смотрите в программе «Наше кино». Работа художника-постановщика на самом деле предполагает создание целого мира, ну вообще всего мира произведения аудиовизуального или спектакля. Поэтому прежде чем создать этот мир, нужно придумать эти правила игры, по которым существуют.